тот раз через кооператив идти? Ну, я был через кооператив и выехать в магазин. А? В магазин. Не, мы выехали, там родник. А, не, нам-то... Мы сейчас едем к этому указателю. На асфальт. Нет, тоже выезжаешь на асфальт. Ну, понятно. Выезжаешь в горку, ну там в горку придется заехать. Ты выезжаешь. Здесь тоже горка, там не слабый. Мимо замка-то. Нет, фигня, вот там покруче горка. Ну, нам как раз поменьше лучше. Люха, а ты где брод переходил? Переходил, ну как дорога. С этого. Как это называется? Отмечи. Деревни, как? Отмечи. Отмечи, да. Ну вот отмечи по дороге. То есть ты с середины деревни снижаешь вниз по горке. Да, по крутой. Подъезжаешь по дороге, к речке. Направо, да, дорога. Идет там. Не крайне правая, а направо разветвление. С речки снижаешь там направо. А мы налево ходили, там песчаный пляжик такой. Ну вот, песчаный пляжик, там прямо около берега, по пояс. Там нужно правее взять. Ну, по пояс. Ну, близко к поясу, скажем так. Ну, там, ты имеешь в виду пляжик на той стороне? Ну, или на этой? И на той, и на этой. А, значит, мы в другом месте были. Ну, нет, я просто, если нужно быстрее, то, наверное, так лучше. Не, нам лучше по асфальту. А там асфальт будет, да, это, да, броду почти что. А потом ты вылез для коровы на горку. Да. Видишь? А тут асфальт вниз будем ехать. Просто. Так давай, асфальт как раз до коровы. Давай. Ну просто, честно говоря, не хочется сейчас распаковываться, перелезать. Чего? Не хочется распаковываться и перелезать вброд сейчас. Ну, если что придет, да. Ну это минуту, две. Не, мы потеряли час вчера. Да. Час? Да. Но нас же много. Девушки же велики не носят, сумки не носят. Ну, чем нельзя? Так сказать, за перенести, может быть. Поэтому лучше по асфальту прокатимся, побыстрее пойдем. Ты-то что так медленно едешь? Мне тяжко. А, ты так? Ну, на 25-й ты-то в старицу как? У тебя по работе? Я не только по работе. А ты еще не знаешь? Ну сейчас нет. Вань, а можно же с Илюхой еще там позвонить ему, когда будем там, видите, вообще тачку поедет? Где? Как он поедет, как мы пойдем? А ты фигня выйдешь на тоже асфальт, Вань? Когда? А? Когда? Сегодня, сейчас. Нет, сразу он сейчас по броду и сразу перелезет в отмечь, поедет домой, на троллей не поедет. Нет, а мы сейчас троллей, через троллей проедем. Ну а там можно позвонить Илюхе, спросить, где он находится. Так он уже будет в Черкассе в это время. А? Он уже в Черкассе будет. Конечно, он идет прямо, а мы даем крюк 8 километров. Ну, все равно. Я к тому говорю, что мы там остановимся, сделаем чаек, пообедаем слегка. Часок там потусим, поедем дальше. К вам спешит. Может, искупаемся, может, там он. Говоришь, покидать можно. Телескоп, да. Это телескоп. А? Посмотрим, что там происходит. Прокатимся, накрутим лишние километры. Там 8 километров по асфальту, полчаса нам. Ну, сейчас с горки поедем, там быстрее. Ну, там же не только с горки, там будет пару и подъемов. Уже перед Мухиными городищами, там подъем большой. Точнее, не перед Мухиными городищами, а там другая деревня, предыдущая.
Не, там ты едешь просто плавно, вот как сейчас, только еще меньше. А там раз, такая гора, короче, вверх, крутая. Резкий подъем к холму. Сейчас посмотрим. Выехали половину. Второго. Надеюсь, что к трому в проливе доедем. Туда объехали. А что перед тобой же ехал, Кирилл? Ты отстала? Перед тобой же Кирилл ехал. А, да, я отстала, он погнал. Патрончик. А Лёха сейчас туда подъедет, да, к указателю? Он ничего не сказал? А он сказал? Я знаю эту дорогу. Нет, это понятно. Он сказал, что он туда подъедет, ждать его. Ну что, Лёх, ты здесь? Ты прямо или по асфальту? Нет, я тут дальше поеду, как по асфальту. Я по асфальту? Я говорю, я просто там дальше по асфальту. Я понял. Если вы на троллейке поедете, то там поедете. Не, мы поедем как раз на троллей. Мы там переправляться будем. Нет, если через брод, то 23. Если сейчас по асфальту, то получается сзади машина. Отсюда получается 30,5. Лёха не сказал, куда подъедет? Кто? Лёха. Лёха, а он вроде не вперёд уехал? Не, он поехал на даче. Мусор отвозить. Давай в тенек встанем.
Да, давай в тенек заедем. Я просто его номер, наверное, не знаю. Так, 2 часа ровно. Я думаю, за час мы доедем. Прям. Что, позвонить? И потух. Разделение яичек происходит. Правое и левое. Полушарие. Все, хорошо здесь, да, снежки прохладненько, продувается. Не, все, время 2 часа, поехали. За час мы доедем до туда, до карьера. За час мы доедем до карьера, я надеюсь, там можно остановиться. Там карьер-то элементарный, я так понимаю, это противопожарный. Да, пруд. Можно искать. Может быть, да, кто-то попрыгает. Мне кажется, вода теплее, чем было. Конечно, там теплее. Там еще несколько дальше. Нет, это я знаю, но тогда можно искупаться. А что ты меня спрашиваешь, у меня вещи достанут? Какие? Что ты меня спрашиваешь, буду ли купаться? Да. Будешь ли ты там купаться? Мне убирать вещи. Полотенце-то я уже убрал, засунул, недалеко. Ну ты же говоришь, что я дома могу. А, нет, вообще полотенце у тебя. У тебя полотенце и эти кошельки есть. Грязные вещи. А, вот у тебя грязные вещи. Можно сейчас будет искупаться, чайку попить. И просто трусы туда достать. Можно доширачку сделать, что-нибудь еще. Костер не, ну можно, во-первых, там есть костер, а что там развести-то? Сейчас посмотрим, да. Может так.